Всем привет на нашем канале, друзья! С наступающим вас! Дети уже получили свои подарки, хотя еще не вечер, но это дети. Но я также решил себе сделать подарок. Приобрел перепелиные яйца оплодотворенные, инкубатор уже нагрелся, уже протестирован. Вот, но яйца не важны. Опять эти белые, бройлеры. Я все хочу, чтобы было более природное, приятное. Ну да ладно. Так как на красном фоне плохо видно, решил я это все уже на синем фоне собрать. Так, тут каждая ячейка порой не одинаковая, из-за того, что яйца разные. По краям у меня всегда идут крупные. Приобретаем в разных местах. Стараемся. В последнее время, правда, у одной и той же самой женщины. Вот. Там видно будет. Когда надо было яйца пощупать на ощупь, трещин есть, нету. Ну, я как-то доверился ей уже много раз. Последние, как минимум, наверное, 7 или 8 раз мы у нее приобретали. Не все яйца ее. Вот и продавка одна. Это не нужно. Не все яйца сюда влазят ионные. У нее слишком трудный вкус. Она сразу крупные впихивает, думая, что нам петухи нужны. Хотя это тоже не показатель. У меня один раз вылупилось из 18 яиц 14, и все девочки были. А яйца были крупные. Правда, это не с того же самого места, но все. Больше не... Ну вот. Опять 18. Разве что посередине, если попытаться переместить. Сейчас попробую без камеры. Друзья, удалось поместить 19. Прекрасно. Пойдем размещать. Я в первый раз буду делать на камеру, так что сильно не осудите, пожалуйста. Все-таки это жизнь. Будущее, но все же жизнь. Ну что? Прекрасно. Теперь эту штучечку. Водичку налил, инкубатор почти полтора дня тестировал, сейчас он наберет максимум 38, будем медленно набирать полтора-два дня, переворачиваем раз в сутки, на третий, четвертый, пятый сутки буду уже два раза в день переворачивать, короче, от 10 дня до 15 дня 4 раза на сутки. С 15 дня до 17 дня я буду перекладывать их в поддон и уже переворачивать их не буду. Температура будет в районе 39 градусов. Точность здесь большая у вас все равно не выйдет. Обычный спиртовый термометр. И когда нужна большая точность, беру ртутный. Так-то. Так, идет медленный набор температуры. Сейчас попробуем как-нибудь увидеть спиртовой термометр. Ну, человеческому глазу он виден прекрасно. Как переворот происходит. Да, вот так.
без вмешательства. Чик-чик-чик-чик. Скоро вы нанесете. Я буду ваши яйца тоже пытаться инкубировать. Ну, с Богом, друзья. Следующее видео, возможно, будет, когда начнут проклевываться. Ведь все это время мне нечего будет вам показывать. Разве что вот именно одну и ту же самую картину. Открываем дверцу. Видим, опа, одно и то же самое. До следующего года. Нас встретит в следующем году маленькая орава желтых пушистиков. Спасибо за внимание. С наступающим вас, друзья. Пусть в следующем году все, что вы задумаете, обязательно, чтобы сбылось. Побольше здоровья, берегите себя. Берегите близких. Удачи вам. Ставим палец вверх. Подписываемся. Пишем комментарий. Комментарии — это важно. Спасибо за просмотр.